Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. На календаре 1 апреля, а это значит, что сегодня мы будем делать вам смешно. Как скоро увидите, заседание 1-апрельского модного суда я объявляю открытым. Екатерина Комиссарова, 53 года, искусствовед, замужем, есть дочь. Со школьной скамьи не отличалась скромностью в одежде. Декольте поглубже, юбки покороче. А полтора года назад муж на свою голову отвез в отпуск в Африку. С тех пор в семье и гардеробе строптивой Кати кипят африканские страсти. Тюрбаны, набедренные повязки и пояса из кожи крокодила. Владимир умоляет жену прикрыть первобытную наготу в столичных каменных джунглях. А она мечтает вновь слиться с саванной и даже грезит стать темнокожей красоткой. Обвиняется в непонимании. Копировать стиль африканок в условиях сурового российского климата опасно для здоровья. Сегодня мы слушаем дело об африканских замашках сибирячки Кати. Владимир Комиссаров заявляет, что его жена Екатерина одурачила его во всех смыслах этого слова. Обвинение представляет элегантная Эвелина Хромченко, эксперт моды, человек, знающий о моде все и даже больше. Защиту сегодня представляет яркая и непредсказуемая народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет искусствоведу из Иркутской области отстоять ее права. И я, ведущий модного суда, всегда веселый и находчивый историк моды Александр Васильев. Владимир, прошу вас, подойдите к трибуне. Здравствуйте, с добрым утром. Владимир, расскажите, что за страсти кипят в вашей семье 1 апреля? Доброе утро. Я думал, что беру себе в жены преподавателя университета. Но оказалось, что я ошибался. В итоге я получил вульгарно-секси одевающуюся девочку, которая не хочет меняться с годами. Прежде чем куда-то пойти, я должен 10 раз подумать, как вести себя в этой ситуации, где... То есть чувствую себя очень неловко. Потому что убедить невозможно что-то изменить. Катя, 100 лет это продолжаться не будет. А я вам скажу другое. Вот мужчины здесь делятся на несколько категорий. Очень часто на вашем месте стоят другие господа, которые говорят: «Моя жена не одевается секси. В ней нет ничего привлекательного. Я хожу с ней, и она выглядит как серая мышь. Это какой-то кошмар. А у вас жена праздник, яркая, не говори, Саша, красочная, огонь, привлекательная. Просто огонь. Это вам надо переодеться, милый друг, а не вашей супруге». Жизнь – это не только праздник. Мероприятия бывают разные, и нужно подобающим образом быть одетым. Поэтому, Катерина, ты должна измениться. Так не может продолжаться. Можно перебить вас, Владимир? Да. Дело в Пожалуйста, том, что Катенька. Когда мы знакомились по интернету, он же выбрал меня по фотографии. Где... Сколько лет назад вы познакомились? 7 лет назад. То есть 8, совсем, наверное, недавно. Да? 8, вам был тогда уже 45 лет. Это не важно. Важно, что она выглядела так же ярко. Мне было уже под 50, но это не важно. Я была на фотографии с такими с длинными ногами, в коротком платье, и он же выбрал меня по этому фото. Катя, как раз вот эта фотография, она тогда как бы меня смутила сильно. Но привлекла. А привлекло не это, а привлекло как бы твой ум. Умение... Значит, общаться красиво и так далее. Но никак не эта фотография. Эта фотография, она как бы вот наоборот какие-то тормоза включала. Поэтому я считаю, вот все, что ты как бы внешне выражаешь, вот это выпендреж, который как бы тебя в обществе, ну, подчеркивает не с той стороны, с которой ты хотела бы. Внутри из меня... Это я такая вот внутри. Встаньте, пожалуйста, мы сейчас на вас посмотрим. В этих рваных джинсах Destroy, кстати, модных в этом сезоне вновь, вы позорите супруга.
Да, я приехала, прилетела к нему в Эмираты, когда он меня пригласил в гости. Пригласил познакомиться, красота. Приехал встречать с большим букетом цветов. Когда я ее увидел там в какой-то майке, вот в этих драных штанах там... Ну, не в этих, соответственно, допустим. Соответственно, да. Но я просто спрятался за этот большой букет. Мне просто было вот стыдно. Вот так вот встречал меня за букетом. А если еще учесть, что это страна с определенными строгими, как бы... правилами, да. К форме одежды оттуда. Своей, да. Вот так она улыбалась, как сейчас улыбается, а мне было не до улыбки, я спрятался за букет. Это было что-то с чем-то, это был совершенно другой человек, который я представлял. Но вы ее не отправили первым же рейсом назад домой? Нет, первым рейсом я отправил, человек прилетел, но вторым я собирался как бы. Вторым я собирался ее отправить. А почему изменили? Все-таки понравилась она вам чем-то? Ну, как бы, да, конечно. Человек хороший. Готовит. Да, понравилось мне, еще раз говорю, несмотря вот на эту ее бесенину, которую выбить с нее невозможно. Чертовщинку, да? Да, вот эту вот. Скажите, Владимир, а вот в каких конкретных случаях вас настигал стыд по поводу внешнего вида вашей супруги? Я пытался, так как человек новый в Эмиратах, я имею в виду, объяснить, что здесь есть жесткие правила определенные, и их нужно выполнять. Вот. И был случай один. Мы живем на берегу моря, через дорогу перейти, прям подъехали. Пока выгружался, она пошла, и я подхожу, уже полицейский возле нее. В этих шортиках таких коротеньких, вот и маечки свои и так далее. Значит, местная арабка, которая там отдыхала, значит, она собрала все это, всех своих детишек, все это дело, и позвонила в полицию. И я прихожу, хорошо попался молодой полицейский, и я смог его убедить, что это вот просто такая случайность нелепая, как бы. Вот такая нелепая случайность. Эти шортики мы сейчас увидим? Да, конечно. Давайте посмотрим на них, Александр. Конечно, да, конечно. Эвелина, вещи в студии. Пожалуйста, Эвелина, приступите к оценке гардероба Екатерины Комиссаровой. Неужто эти? Это было что-то с чем-то. Из латекса. Латекс. В Эмиратах. И нас ничего не берет. Нас ничего не берет. Она улыбалась так же мило, не смущаясь этому полицейскому. А сверху все нормально. Это? Вот нет, так. Сверху был купальник. А, еще купальник. А в принципе это, да. В принципе, меня-то ничем не удивишь. Я просто не знаю, можно ли это показывать на Первом канале. Но давайте посмотрим. Давайте, прошу вас. А вот черное платье такое красивое у вашей супруги, длинное, в отличие от шортиков. С ним что не так? Это платье было куплено по случаю. Мы летали в Италию и посещали Ля Скала театр. Вот она купила платье в пол, нормально, но вот эти вот... Как бы все это... Декольте? Да, такое мощное декольте, а у нее такой мощный бюст, что когда она идет, это все выскакивает. И нужно как бы смотреть, чтобы оно не выскочило, оно отдельно от нее живет. Вот в этом платье. Как поэтично мужчина рассказывает. И главное, показывает. И это страшно. Показывает. Это страшно, вот это все, вот это вот... Кто-то может жить своей жизнью, вы сочиняете. Сашенька, он выше ростом и все время пытался посмотреть. Поверьте мне, Александр, это было что-то с чем-то, когда я увидел ее в день, когда мы в театр собрались, как бы, это платье. Это ужас. Но наша героиня, она любит, да, эпатировать. А это что, это платье или туника? Это сложно сказать, это надо ее спрашивать. Это что-то с чем-то, что-то нечто. Ну что, внизу комбинашка, сверху. Нет, я имею в виду вот наряды. Это... Кстати, очень даже блестит. Это длина, она для нее норма? Это... Да, это норма. Скажите, а что случилось с вашей женой, когда вы вернулись из Африки? Вы там были в отпуске? Да, мы были в отпуске. Она никогда до этого в Африке не была. Я там 7 лет прожил, отработал. Как бы я повез ее на свой юбилей в отпуск в Африку. Трофей? Да, из это Африки? Трофей оттуда. Да. Это крокодил. Да. Конечно. Ее поражало все. Она увидела в женщинах африканских, то, что я раньше не видел, она увидела то, что они очень искусно подбирают цвета в одежде, несмотря на то, что бедность, несмотря на то, что и одежда сама как бы не... Но вот это вот подбор цветов, яркость, вот все, ей очень понравилось. Она начала
после этого носить чуму какую-то там, ага, вот это все делать. Но это ей идет. Надевать туники разноцветные, да? Последний день, когда мы уезжали, для меня это было полной неожиданностью и шок, я был в растерянности, она разрыдалась. Я не хочу отсюда уезжать, я хочу здесь все время жить, я хочу умереть здесь, в Африке. Ну так это неплохо, хорошее желание. Ну не знаю, я как бы жил там и прекрасно, я ничего не могу плохого сказать, но постоянно жить там... Екатерина готова, давайте посмотрим на ее образ. Я боюсь. Па-бам, па-бам! Мама мия! Ну, да, Володя попал. Попал. Послушайте, крепко. Но наша героиня, попал. Наша героиня попал, вообще-то Надежда. У бассейна в этом наряде. Да. Вот в таком виде, без стопа. Мы разговаривали полицейский в форме, одетый полностью как положено. И вот в таком виде мы разговаривали. Я нет, убеждал его, что это... Ну, сверху был купальник это... просто вместо вот этого вот. Да, да. Даже еще и не было туники, не было? Нет. Не было. Вот как хорошо-то. Ну и вот арабке не понравилось. Это было... Я понимаю, почему ей не понравилось. Разумеется, Арабские Эмираты не подразумевают никакой возможности даже подумать о том, чтобы в таком виде выйти из своей комнаты в отеле. И тот даже, знаете, лучше джелаба и там. Да, да, да. Безопаснее. Спасибо большое, Эвелина, присаживайтесь. А я передаю слово защитнице Надежде Бабкиной. Я думаю, всю эту композицию можно расценить, знаете, как некую шутку. Вот кто-то бы отважился так, а кто-то и не очень. Кто-то бы постеснялся, а кто-то сказал, а чего так, я так живу. Это моя норма жизни. И все. Вот. Ножки, правда, хорошие туфли, не обязательно здесь на каблуке. Все остальное туника, да, но подлиннее можно было. В данной ситуации короткая. Володь, но самое главное другое, дорогой мой. Ведь ты же не кошку в мешке брал. И не кота в том числе, понимаешь? А ты же брал вот эту красавицу, значит, тебя она чем-то зацепила. Чего же сейчас претензии-то предъявляешь? Надежда. А? Мы постоянно на этой почве с ней ругаемся. Так значит, жизнь... И когда доходит до точки кипения, она ведь хитрая. Она говорит, ну я ж близнец, это была не я. Молодец какая! На что я ей, как правило, говорю, уже успокоившись, немножко успокоившись. Катя, а с кем я спал тогда сегодня ночью? Это кто это был из вас двух? Я тебе хочу сказать, что, небось, самому нравились женщины-африканки, да? Нравились. Ну, так я она 7 лет, там прожила, других не было. Ну, вот именно. Там других так вот не она было. И понимая эту... То есть грешили, конечно, да? Конечно, Саша, ну а как ты ну, если это можно назвать грехом... Я так догадываюсь, что Катюха вот грешил. Да, создался. Конечно, конечно, да. Конечно, а она где-то в я душе был один там. Ревнует, скажем, вот к тем женщинам, которые находились рядом. Она поэтому пытается себя так нарядить, совершенно непредсказуемо, ярко, может быть, порой необоснованно, но вызывающе, чтобы лишний раз подцепить твое внимание. Она хочет, чтобы ты поборолся за нее. Она еще та... Штучка. Штучка. Она еще тот зверек дикий, понимаешь? А ты не запашный, выдрессировать не можешь. Вот в чем беда. Понимаешь? Да, не на то я учился. Не на дрессировщик. Спасибо, Надежда. Это правда. Владимир, спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А у нас есть свидетели? А у меня есть свидетели. О, как интересно. И это дочка нашей героини. Давайте Юля. Ее послушаем. Юля, пожалуйста, зайдите к нам в суд. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите сказать по этому делу? Я хочу сказать, что очень люблю свою маму. Но так как она выглядит, это ужасно. И у меня был случай в школе, на выпускной на мой. Мама пришла в таком виде, что мне было очень стыдно, честно говоря. Давайте посмотрим, в каком виде пришла мама. А вот там мама... даже на фото видно, как вот я с голым была. Животом. Мама подумала, что у нее выпускной. А там, на самом деле, вот выражение лица мамы на фотографии очень счастливое. Как да, зато мама, мое. Девочка стоит и думает, как она исчезла. Спасибо, Юлия. Присаживайтесь, пожалуйста. А я вызываю Екатерину, нашу обвиняемую, к трибуне. Екатерина Комиссарова, искусствовед, 53 года. Замечательно. Впереди вас ждет сюрприз. Всех секретов я не раскрою,
Но будьте уверены, будет забавно. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушайте дело об африканских замашках сибирячки Кати. Вы горячая штучка. Даже я испытываю некоторую неловкость. Надежда, может быть, вы сможете приструнить нашу сегодняшнюю подсудимую? А что ее приструнять? Нет, Саша, я и не собираюсь ее приструнять. Это невозможно. У нее на этот счет свое соображение в жизни. С детства наверняка была такой хулиганистой в плане одежды. Про с детства это точно. Значит, матушка моя была заучем в школе, где я училась. Это чувствуется по гардеробу. Вот. Дочь зауча. А вы знаете, это протест, наверное, с детства такой. Потому что ничего не разрешалось. Ни краситься, ни одевать короткую форму, ни ходить на танцы, ни приходить после 9. Все это было нельзя. И она даже писала моему отцу записки в дневнике, чтобы он на меня подействовал, изображая, что мы как будто не знакомы с ней. Ну, в смысле, мы не родственники в школе. Вот. Мне нужно было форму все время отпускать чуть выше коленки, а я ее каждый вечер подшивала повыше. Ну, а потом, когда после школы я вдруг обнаружила, что у меня еще и грудь есть, и как-то в зеркало увидела, что у меня ноги не короткие вроде как, поняла, что это людям нравится, стала как бы подчеркивать. Демонстрировать все это. Да, эти дела подчеркивать и показывать, и почему бы и нет, собственно. Потому что ума-то не было, надо было что-то показывать. Кать, но первый муж тебя очень сильно ревновал. Это, наверное, связано с какими-то твоими откровенными нарядами, да? И вообще с одеждой. В общем, в принципе, да. Но я бы не хотела на эту тему вообще говорить о нем, поэтому... Я могу сказать, я знаю, скажи, в курсе. Он ее ревновал и приревновал к другу. И когда это каждый день он там, вот ты там с ним была, вот ты с ним была, не была, вот ты с ним была. Она в итоге... со злости. Значит, да, я с ним была. И все. То есть вот не имеет значения, была или нет, сказала, просто да, я вот, подтвердила да. его да, сомнения. Да, он ей надоел вот такими вот претензиями необоснованными. Она ему просто вот это выдала. Ты понимаешь, Катя, Володя в курсе всех твоих поведенческих приключений. Я к чему говорю? Что с я ним... ничего не скрываю нет, от так него. Нет, с ним такая штучка не пройдет. Понимаешь, какая вещь? Когда ты будешь говорить на зло, он прекрасно понимает, что это не тот случай, где надо тебе поверить, психануть и перестать заниматься неким воспитанием достаточно повзрослевшей женщины. Но ты понимаешь, в чем дело? Если Володя, и он тебе симпатичен, и ты им дорожишь, и он тебе дорог и любим, просит, моя хорошая, ну схитри, ёлки-палки, что тебе говорить? Ты скажешь «да, хорошо». Прилично оделась, все сделали, вы вышли, пообщались, пришла, все быстренько за угол зашла, переоделась, опять ты сама собой и все такое прочее. Не надо лишний раз его раздражать. Зачем ему, седовласому, красивому мужчине, приключения на все остальные места? Понимаешь, зачем? Спасибо большое. Эвелина, вам слово. Прошу. А вот ваш муж рассказывал про то, что вы прям рыдали, когда вас увозили из Африки, вы хотели там остаться жить. А что именно послужило причиной такой моментальной любви? Вы знаете, это страна, где это краски, мне кажется, яркие, и это и есть жизнь. А у женщин африканских, у них темная кожа, и они одеваются очень своеобразно. Ярко, конечно, и красочно. Да. Но они умеют сочетать все это, вот знаете, как будто с молоком матери впитано, то есть никто же не обучал этому. И вот на фоне этой кожи все эти яркие краски, они смотрятся просто потрясающе. Никогда белокожая женщина не будет выглядеть так же. Никогда. Вот это вот, я хотела бы быть такой же. То есть вы реально хотели бы быть африканкой? Да. Как интересно. Это из-за того, что вам одежда нравится? У них нравится. Вот такие вот ноги отсюда растут, извините. У них потрясающие фигуры, но в них невозможно не влюбляться. И то, как вот они что одеваются. Ваш муж и делал до знакомства с вами. Если я знал, чем это закончится, я в Африку ее не возил. Нет. Но уже поздно. Вот вы говорите о том, что вы обожаете ритмы, вы обожаете краски, вам очень нравятся прически. А кто ваша икона стиля в этой ситуации?
Вы знаете, мне уже несколько человек сказали неожиданно, что я похожа на Тину Тернер. Но вот быть ей я бы совершенно не отказалась, честно говоря. Я преклоняюсь перед ней. Я думаю, что уж на ее месте мало кто отказался бы быть. Это же роскошная женщина. Хотя бы чуточку побыть в ее шкуре я бы не отказалась точно. Да, уж наша героиня женщина очень смелая, потому что вовсе не каждая решится прийти на главный подиум страны в том виде, в котором пришла она. Я думаю, что сегодняшние эксперименты этой необычной женщины на этом не закончатся, так что не переключайте телевизор, будет горячо. Спасибо, Эвелина, спасибо и вам, Екатерина. Займите свое место, а вы, зрители, приготовьтесь. Сегодня 1 апреля. Российская Тина Тернер. Корнелия Манго. Спасибо. Корнелия, прошу вас, останьтесь с нами. Присаживайтесь на диван. Есть у меня подозрение, что вы не единственный сюрприз в нашей сегодняшней программе. Что же Катя подберет в магазине и какой она к нам вернется, увидим буквально через несколько минут. Не переключайтесь, будьте с нами. Приговор на Первом канале. Слушается дело об африканских замашках сибирячки Кати. Итак, Екатерина сходила в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что же она там выбрала. Катя, на подиум. Ой,
Я ожидал от вас подвоха 1 апреля, но не такого. Я всю программу думал, что вы нас разыгрываете, когда говорите, что хотите быть африканкой. И вот тебе на. Вспомнила свою мечту. Говорят, вы хорошо поете. Может быть, вы споете что-нибудь нам первоапрельское? Ну, я люблю русские песни. Давайте. Это будет красивый сюрприз. Черный ворон, что ж ты вьешься, да над моею головой ты добычи не добьешься. Смелей! Черный ворон, я ж не твой. Молодец! Владимир, как я вас теперь понимаю, действительно, вам непросто, но какой штучный товар. Корнелия, как вы оцениваете этот образ нашей подсудимой? Ну, вы знаете, мне кажется, это яркая женщина, которая могла бы петь на сцене. И на самом деле вам очень даже идет этот цвет кожи. Я бы сказала, вам повезло. Да. Вам действительно повезло. Я не знаю, возможно, если даже вот вы повернетесь немножко сзади, то я бы подумала, что это девушка лет 20. Никогда бы не могла подумать, что вы уже немножечко... За 20. Да, за 20. Так что я думаю, что ваша жена все время молодая, и это прекрасно. Горячая штучка. Спасибо большое, спасибо вам, Катя. Переодевайтесь. Давайте все вместе выслушаем Надежду Бабкину. Ну, Катя явно не хочет идти переодеваться. Она хочет демонстрировать вот это свое новое проявление, чтобы все смотрели, смотрели, смотрели. Если ей это нравится, первоапрельская шутка. Почему нет? Пусть порадуется. Володя, вот понимаешь, вот тебе игра. Понимаешь, вот и радуйся. Всю жизнь игра. Ну вот игра, игра и радуйся. И что теперь? Спасибо большое, Эвелина, вам слово. Наша героиня не боится применять новые образы, просто самое важное в ее ситуации, в ситуации очень смелой женщины, которая готова на любые эксперименты, понимать, куда и в каком образе она отправляется. И одно дело карнавал, другое дело офис, третья ситуация, к примеру, подиум модного приговора, четвертая история выпускной ее дочки. И для каждого случая свой собственный наряд. Спасибо большое, Эвелина. Екатерина готова продемонстрировать нам свой второй образ. Вы довольны своим образом? Это очень не шутка. Довольна. А вам не кажется, что вот эти цвета несколько взаимоотталкивающие? Нет, не кажется. Вам кажется, что они очень хорошо вместе? Они очень хорошо вместе, мне кажется. И вообще у меня в гардеробе все цвета между собой сочетаются. Александр, это у вас отталкивает, а у нее-то наоборот приживается. А у нее приживается. Спросим мужа. Это ужасно видеть. Вот это вот я не ожидал просто. Как ты могла вот это вот все изобразить здесь? Умудрилась. Не понимаю. В кошмарном сне не придумаешь. Вот что это вот, Катя? Я не понимаю, что тебе может не нравиться. Во-первых, ночью. Да я не понимаю, что тут может нравиться, Катя. Нет, Володя, дело в том, что ночью вот этот вот кислотный цвет лимонного происхождения виден будет отовсюду. То есть она в безопасности. Если лица не видать, то вот это пятно видно. Цветочки такие есть. Нет. Здесь вишенки изображены. Вишенки. Давайте выслушаем Корнелию Манго. Ну, вы знаете, я не удивлена. Просто дело в том, что африканские женщины, они именно так и одеваются. Ну, то есть они одеваются вызывающе. Так, чтобы у всех глаза, я не знаю. Да? Я просто часто бываю... Из орбит повылазили. Да, да, именно так и есть. И они это одевают, и вроде как и ничего. У них огромные попы. И они на эти огромные попы одевают шикарные шорты. Но я хочу сказать то, что в Москве мужчины привыкли к более, наверное, какой-то сдержанности. Мне кажется, что, наверное, этот наряд лучше снять, потому что фиолетовый...
ну, штанишки, шортики, да, фиолетовые шортики и эти... С вишенками. С вишенками. И вот эта рубашечка, она совсем не подходит сюда. Я бы что-нибудь другое, наверное, одела бы. Да. Так что жду с нетерпением, конечно же, новый наряд, потому что терпение вашему мужу, мне кажется, по его взгляду все видно. Спасибо, Корнелия. Спасибо. Вступайте, переодевайтесь. Наденька, ваше слово. Да, Саша, но дело в том, что мало ли что вам не нравится. Она себя так ощущает. И пока она не наиграется, она не успокоится. А Володе в этой ситуации придется, говорится, маленечко потерпеть. Вот если честно, я не знаю, сколько я должна выпить, чтобы так вот это преобразиться. Браво! Не знаю, правда. Эвелина, пожалуйста. А я, знаете, все цепляюсь за свою систему координат, пытаюсь найти какие-то более или менее логические объяснения происходящему, помимо 1 апреля. Для меня это не такой великий праздник, чтобы претерпевать такие страшные потрясения моральные. Поэтому я обратилась к материалам дела и обнаружила, что наша героиня получила образование в Российской академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Да-да, гордитесь, пожалуйста, уважаемые художники Санкт-Петербурга. И теперь я понимаю, что она просто художник-акционист. Спасибо большое. Ну а сейчас третий выход нашей героини Екатерины Комиссаровой. Расскажите, как вам это платьице? Ничего, так скромненько. Скромненько, да. Скромненько. Вроде как и не я, правда? Ну вот Владимир согласится со мной в театр в таком сходить. На платьице хорошенькое, между прочим. Да, очень миленькое. Да, миленькое. Если ты помоешься, то соглашусь. Если отмыть, да, отмыть, то я соглашусь, сказала. Намек. Корнелия, вам слово. Вы знаете, мне кажется, вам нравится в этом цвете, и поэтому я боюсь вас огорчить, что, если честно, с этим платьишком лучше такой цвет кожи не надо. Или что-то, или с волосами что-то нужно поменять. Но на самом деле, вот сейчас рассказали о том, что художник, я вас очень хорошо понимаю, что вы хотите быть яркой, как ваши картины, наверняка это импрессионизм какой-нибудь, потому что художники, на самом деле, они не подвластны каким-то таким канонам. Они всегда хотят выделиться, они всегда хотят одеваться как-нибудь не так, как все. Я сама художник, и очень долгое время я одевалась очень странно, на самом деле, пока не пришел стилист в мою жизнь и сказал: «Корнелия, одень это платье, пожалуйста, оно прекрасно на тебе». Поэтому я рада, что вы сегодня попали на модный приговор, и то, что вас действительно здесь сделают вас красивой, сделают вас яркой, на радость вашему мужу. Я думаю, что муж будет радоваться. Муж счастлив уже, смотрите на его лицо. Спасибо, Корнелия, спасибо за то, что вы пришли и поддержали Екатерину. Для нее ваша поддержка очень важна. Выслушаем Надежду Бабкину. А, Катя, понимаешь, платье сидит хорошо, туфельки, все, ножки, все на месте. У меня такое ощущение, что тебе не дали развернуть крылья. Парик отобрали. Да, даже не в парике дело, а просто не дали развернуть крылья, расправить крылья. Да, может быть, ты что-то искала, но чего-то и того не нашла. Может быть, ты хотела очень сильно удивить Володю, и этого не случилось. Горячую африканскую женщину в пенал не засунешь. Никогда. Понимаешь? Спасибо большое. Спасибо. Вам слово, Эвелина. Знаете, горячую иркутскую женщину тоже, кстати, да, сложно остановить. Да, вот, правда. Собственно говоря, наша героиня, она такая. Она человек, который умеет преодолевать сложности, даже в случае, если это действительно кажется невозможным на первый взгляд. Это слишком простенькое платье для вас в вашем новом образе. И человек, который сделал макияж не в области глаз, не в области губ, а в области всего тела, мог бы чуть более креативно подойти и к комплекту тоже. Но у меня есть такое ощущение, что вы из тех максималисток, которые машину выбирают под цвет туфель и со всеми вытекающими отсюда последствиями делают макияж глобальным. Спасибо большое, дорогая. В честь 1 апреля мы вам позволяем так над собой шутить, но запомните, рожденная в Сибири белокожая женщина никогда африканка не станет, с природой не поспоришь. Вас ждут стилисты, отправляйтесь к ним. Но прежде я вас прошу
примите душ и смойте себя весь этот загар. Ой, не пугайте наших профессионалов. Ступайте, дорогая. Какой образ подберут наши стилисты для Кати? Все мы увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами первоапрельский выпуск программы «Модный приговор» на Первом канале. Слушается дело об африканских замашках сибирячки Кати. Катерина, на подиум. Очень мне нравится, очень. А вас не смущает, что вы без загара? Ну, как сказать. Смущает, конечно, но в принципе все те же самые цвета. Сейчас это не главное, Саша. Это уже не главное. Главное вот какой прикид. Цвета мои любимые, а все остальное вроде бы как уже по-взрослому. Замечательно. Давайте выслушаем мнение вашего супруга. Мне очень понравилось. Прям преобразилась, Катюш. Да? В лучшую сторону? Конечно. Конечно. Ну, великолепно. Тебе. Просто великолепно. Я тебя люблю. Слава тебе. Колечка, иди к бабушке. Ты мой хороший. Ты такая красивая. Спасибо тебе, зайчик. Очень тебе нравится, да? Спасибо, мой хороший. Замечательный букет. Оставьте его на столе и отправляйтесь переодеваться. Надежда, ваша оценка. А что, все цвета африканские при ней, понимаете, яркие, слепоны вон какие, оранжевые. Вообще ей все это очень идет. Она по характеру задорная, веселая. И я поддерживаю выбор стилистов и предложение, чтобы она именно в этом направлении двигалась. Спасибо большое. Спасибо. Выслушаем мнение эксперта моды Галины Хромченко. У нашей героини было полным-полно одежды, любой, кроме базовой. Вот так, чтобы в Москве выйти куда-нибудь по делу или, например, развлечься, у нашей героини все было только исключительно для отдыха. Яркие туники, все прекрасно. Действительно, красивые ноги, шорты. Но, повторяю, живут-то наши герои в Москве. И здесь, конечно, есть определенные требования у социума к костюму. Стилисты обеспечили для нашей героини крайне простую, но очень эффектную, современную по крою одежду. И подчеркнули молодость ее характера, задорность ее интересов, оставив ей яркие цвета, спортивные формы и линии. Ну, в общем, что и требовалось доказать, она в восторге. Спасибо большое, Эвелина. Наша героиня Екатерина готова. Давайте на нее посмотрим. Просим. В принципе, стилисты большие молодцы. Ну, вот такие длинные никогда я не носила. Ну, очень мне нравится, очень нравится. Спасибо. Но это не я. Это не вы, это новая Екатерина. Нет, это в случае так. Если она выигрывает этот комплект, она берет ножницы и это отрезает. Это 100%. Мы видели ее трусики. Да, и вещи испортятся в 2 секунды. А, понимаешь, Кать, тебе предлагают другой статус. Не взрослой женщины. Я тебе скажу, ты как минимум лет 10 сбросила. А когда в трусах ходила, сразу было видно, что взрослая баба. Честное слово. А сейчас так, ты с дочкой своей ровесницы. Такое ощущение, что вы подружки. Понимаешь, вот разница в чем. И длина юбки в этой ситуации вовсе не показывает твою взрослость, а показывает, что ты с большим вкусом. И очень такая штучка. Будьте нате. Себе на уме. Конечно. Вот о чем речь идет. Владимир, спасибо. Супруг,
Мне очень нравится ее новый образ. Это вот то, чего я так долго хотел увидеть в тебе. Спасибо. Давайте выслушаем мнение дочери Юлии. Мамочка, ты знаешь, зря ты говоришь про длину. Она тебе очень идет. Я так рада тебя видеть в этом образе. Это то, что я хотела увидеть вот все эти годы. Спасибо большое. Екатерина, отправляйтесь переодеваться. Давайте выслушаем Наталью, подругу. Я должна сказать, что я всегда завидовала ее длинным ногам. Я по ним буду скучать с такой длинной юбки. Но тем не менее, стилисты невероятно постарались. Они сделали ей такую прическу, просто сногсшибательную, такой цвет волос, что она действительно помолодела даже не на 10, а на все 15 лет. Это спасибо, поддерживаю большое. Полностью. Спасибо. Эвелина, что вы скажете? Правда, Екатерина сейчас выглядит цветущей 40-летней женщиной, и я, как страшный сон, вспоминаю розовые трусы, в которых она себя чувствовала здесь, кстати говоря, как рыба в воде. Вот странное обстоятельство. Такое впечатление, как будто бы мы смотрим на один и тот же вопрос, а именно розовые трусы из разных миров, через разные зеркала, через разные призмы. Она чувствует себя в этих розовых трусах красавицей, неотразимой сексуальной богиней, а я смотрю на нее, и мне ее жалко. Мне хочется ее прикрыть, чтобы спасти, потому что я понимаю, как глупо она выглядит. Красивая женщина, вне зависимости от того, сколько бы ей лет ни было, не должна вызывать чувство жалости, понимаете? А эти розовые трусы заставляют сочувственно относиться к женщине и ее проблемам. Потому что проблема чувствуется сразу. В данном случае длина юбки вполне корректная, ее может легко носить и 15-летняя, и 18-летняя, и 25-летняя, и 35- и 45-летняя женщина. Не говоря уже о том роскошном возрасте, в котором находится наша героиня. Это просто жанр, вот и все. Но всегда необходимо помнить о том, что королевы коленок не показывают. Спасибо большое, Эвелина. Я так рад, что наша героиня Екатерина все же благосклонно отнеслась к этим переменам. Действительно, столько лет в яркости, столько лет в прозрачных нарядах. И тут вдруг крутой поворот. Не каждая женщина может это вынести. Посмотрим, как она выглядит на третьем выходе. Я бы сказала. Потому что Япония. Или я японка, да. А ну а что, африканкой побывала, почему японкой не побывать? Дорогая, для Африки у вас куча костюмов на вашей собственной вешалке. А таких у вас никогда не было. Владимир. Катерина, ты прелесть. Я тебя люблю, честное слово. Моя хорошая. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, а теперь давайте выслушаем модный приговор от Надежды Бабкиной. А что? Катюша, между прочим, в интернациональном костюме прекрасна. В Африке она побывала. Африканские страсти кипели, мы все видели и преображались. Мало того, поскольку первоапрельская шутка, она даже попробовала быть в коже этих удивительных темпераментных людей. И все замечательно. Почему бы не попробовать, так сказать, японскую затею? Надо побывать обязательно в Японии. А вдруг после этого ты захочешь быть гейшей? А Володе это понравится. Так, на всякий случай. Поэтому надо экспериментировать и жить красивой, полноценной жизнью. Потому что вот этот комплект, он говорит и о статусе, и о пристрастиях, и о моде, и о хорошем вкусе. Это правда. Красотка просто. Просто красотка. Спасибо. Спасибо большое. Модный приговор от
Эвелины Хромченко. Я рекомендую вам носить этот жакет с укороченными черными брюками, сигаретами и какой-нибудь спортивной обувью на плоской подошве, может быть, с черными слепонами. Я хочу вам сказать, что вы относитесь к той категории людей, которые, путешествуя, влюбляются в те места, которые посещают, и уже сразу присматривают там квартирку, какое-то гнездо вьют, мысленно хотят переселиться туда навсегда. Но на самом деле с вами это будет происходить абсолютно на любой территории. Вот с Африкой такое уже случилось, и с Японией случится обязательно, а потом вы отправитесь в Европу, и там поймете, что ну никак без Парижа вы прожить не можете, а дальше отправитесь куда-нибудь в Соединенные Штаты и захотите там основать ковбойскую ферму. Ну, в общем, ну у вас просто стиль жизни такой, а потом отправитесь куда-нибудь в среднюю полосу России и скажете, все, покупаю дом в деревне, буду рыбу коптить. Вот это вот мне нравится, это моя основная затея будет теперь. Ну, это же прекрасно, у вас с мужем есть возможность путешествовать, и везде вы сможете делать маленький, но очень корректный шопинг. Искусствоведу везде раздолье, потому что вы можете отправляться не только в люксовые магазины, где любой женщине помогут сделать правильную покупку, но и в гурманские бутики, где можно купить очень особенные вещи по очень доступной цене, если у тебя, конечно, есть вкус, потому что вкус нам дан для того, чтобы мы могли сэкономить. Спасибо большое, Эвелина. А мы с вами подходим к финалу нашей утренней первоапрельской программы. Дворецкий, привезите вещи на подиум, а вы, дорогая Екатерина, прошу вас, подойдите ко мне в центр. Позвольте вас поздравить. Ну и, конечно, давайте обратимся к вашей группе поддержки. Что вы, дорогие дамы и молодой человек, рекомендуете нашей сегодняшней героине Кате Комиссаровой? То, что она выбрала сама в магазине, либо выбор от стилистов, что ей больше идет? Мне, конечно, эпатировал черный парик и короткое платье с длинными ногами, но я все равно за стилистов. Я тоже за стилистов. Они вообще молодцы. Спасибо. Катерина, однозначно за стилистов. Ну вот, а что бы вы хотели получить? Вещи от стилистов или ваш личный выбор? Нет, я бы хотела получить от стилистов вещи. Мне действительно все понравилось очень. Это все новое для меня. Как здорово. Новые длинные. Ну вот тогда цвета. Мы обращаемся к нашему залу. Выбирайте то, что просит наша героиня. Ну а сейчас все внимание на экран. 7% в пользу Екатерины и 93% в пользу наших стилистов. Наряды от стилистов. Вам в дар от программы модный приговор. Ну что ж, а если вы, так же как Екатерина Комиссарова, искусствовед родом из Сибири, захотите стать участником модного суда, заполняйте анкету на сайте Первого канала moda.1tv.ru. Заседание сегодня закрыто. Всех с 1 апреля. До свидания.